А вообще День металлурга совпал с крупным юбилеем – 120-летием образующего предприятия и самого города. В июле 1898 года на берегу реки Сим был заложен новый чугуноплавильный завод, и вокруг были построены первые дома. К круглой дате вообще завершено несколько крупных проектов по благоустройству. Подробности в следующем сюжете. Новый детский сад в Оше строят по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Все расходы взял на себя областной бюджет. Праздник не повод для отдыха. Ежедневно на стройке трудятся более 40 рабочих. Мы работаем в графике и надеемся, что к концу года этот подарок как раз вовремя увидят наши ошенцы. Еще один подарок – сквер учителей. Это уже инициатива местных властей. Олег Колесников оценил ее по достоинству. Но, пожалуй, самая беспрецедентная история – строительство дорожки долголетия. Деньги на благоустройство набережной собирали, что называется, всем миром. Это средства местной казны и Ошинского металлургического завода. Личные сбережения перечисляли горожане. Набережная вдоль реки Сим за считанные дни стала любимым местом отдыха. Особо приятно в том, что здесь участие принимают не только местные, областная власть. Ну, конечно же, в этом участвует активно металлургический завод. И очень приятно, что такие люди, такой завод, это является ярким примером вообще, как должно вести себя предприятие по отношению к тому городу, если ты являешься градообразующим предприятием. Это, мне кажется, важно, когда прибыль идет не только на строительство, модернизации, но и на помощь, на благоустройство города. Это здорово. Доказательство преданности заводу – переполненные трибуны. С Ошинским металлургическим комбинатом так или иначе связана жизнь каждой семьи. И даже проливной дождь не испортил праздник. Его посчитали хорошей приметой. Новый год в жизни предприятия будет успешным.